Выборы главы района в нашем муниципалитете, как и везде в стране, проходят через процедуру голосования депутатами Совета. Выборам предшествует конкурс по отбору кандидатур на должность руководителя муниципалитета. Затем этот важный вопрос выносится на сессию районного совета. 27 сентября нынешнего года состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Славянского района. Решением комиссии в качестве кандидатов были зарегистрированы и представлены в Совет Славянского района три участника конкурса. Ими стали Роман Синеговский, действующий глава района на дату заседания комиссии, Александр Головинов, директор МКУ управления ЖКХ Славянского района, и Андрей Лубенец, директор МУП «Теплокомплекс». После определения кандидатов на заседании 30-й сессии Совета Славянского района депутатам предстояло провести процедуру голосования. По регламенту сессии слово было предоставлено кандидатам на пост главы района. Роман Синеговский выступил перед депутатами, рассказав им о своей работе, результаты которой очевидны для всех. Работа моя и моей команды, она вам понятна. Я придерживаюсь политики открытости, доступности, контактности. Значит, основная наша задача – это формирование бюджета. Как я говорю, и команда меня поддерживает, мы должны больше зарабатывать и рачительно расходовать все наши деньги. Прежде всего, приоритет отдаем, конечно, национальным проектам, краевым и федеральным программам, благодаря участию в которых нам каждый год получается привлекать порядка 500-600 миллионов рублей. Все объекты, которые были построены и благоустроены, они у нас на глазах. Депутаты Совета Славянского района поддержали кандидатуру Романа Синеговского, считая, что он больше, чем другие, достоин, чтобы занимать эту должность. Вот уже 10 лет возглавляете наш район, и мы видим стабильность, рост показателей. Конечно же, это все не делается само собой. По всем предстоит большая слаженная работа вас и вашей команды. И сегодня, я думаю, что нет человека в районе, который знает так район, знает людей, живущих здесь. Слышит людей. Роман Иванович настолько внимателен ко всем вопросам, ко всем документам, ко всем людям, которые приходят. И не нужно долго ждать, всегда нужно попасть на прием и решить вопрос. Вот это очень важно в каждом, наверное, руководителе. Ну, это такое качество редкое, наверное. Вы очень внимательны, и, конечно же, все вопросы, которые ставятся на части контроля, это тоже, может быть, не все так скрупулезно главы проводят. Они обязательно выполняются, мы это видим. Заслушав высказанные мнения и выбрав из своего состава счетную комиссию, депутаты проголосовали, сделав свой выбор. Главой Славянского района на период с 2022 до 2027 годов единогласно был избран Роман Синеговский. Таким образом, главой муниципального образования Славянского района избран Синеговский Роман Иванович. Коллеги, 32 голоса, 100%. Собравшиеся горячими аплодисментами приветствовали это известие. Глава Славянского района Роман Синеговский поблагодарил за оказанное доверие депутатов и заверил их, что курс на устойчивое социально-экономическое развитие муниципалитета будет продолжен. Будем работать дальше, будем работать вместе. Цели нам понятные, задачи понятные. Если надо подкорректироваться или есть вопросы, я всех рад всегда видеть. С удовольствием рациональные предложения от вас принимаю. Работу выполняем все вместе. Юрию Владимировичу спасибо за то, что у нас, вот я считаю, подобрался хороший совет депутатов. Активный очень, грамотный, четко видите цели, задачи, работаете с жителями. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко сказал, что накопленный за десятилетия опыт успешной совместной работы обеспечит дальнейшее движение района вперед. И за 10 лет вы посмотрите, какие произошли социально-экономические преобразования. Это произошло не только в городе, сегодня мы говорим о нашем, как говорится, мегаполисе Славянске на Кубани. Это у поселения, посмотрите, какой бум строительства, какие спортивные объекты. А посмотрите, что сделано по комфортной среде, какие парки, скверы. Сегодня город, район, он комфортен для проживания наших жителей. И люди, приезжая, влюбляются в наш город. Это, наверное, заслуга все-таки ваша и вашей команды. Я впредь уверен, что так и будет. Опираясь
на депутатский корпус, мы будем стараться все делать, чтобы социально-экономическое развитие нашего района было на лучшем. Ряд серьезных задач, важных для развития муниципалитета и благополучия жителей, поставлены перед руководством района губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым. Они направлены на укрепление экономики, увеличение доходной части местного бюджета, дальнейшее развитие социальной сферы. Глава района отметил, что их успешное решение будет обеспечено единой командой в сотрудничестве с депутатским корпусом, жителями и руководителями предприятий. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».